Доброй раніцы. Інфармацыйная служба тэлерадыёкампаніі «Гомель» пачынае сваю работу ў эфіры. У студыі для вас працуе Евген Пабалавец. У Рахачове прайшло маштабнае рэспубліканскае свята «Дзень беларускага пісьменства». Сярод яго ўдзельнікаў дзеячы культуры, прадстаўнікі акрэдытаваных у Беларусі дыпламатычных місій, беларускіх дыяспар з блізкага і далёкага замежжа. Аб самым цікавым у матэрыяле Алега Сенцерова. День беларускага пісьменства на Гомельшчыне прайшоў у чацвёрты раз. Двойчы гэтае свята прымаў тураў, аднойчы хойнікі. Усю падрыхтоўчую работу ў Рагачове каардынаваў нацыянальны аргкамітэт, пры тым, што зрабіць неабходна было шмат, пачынаючы ад добраўпарадкавання горада і навядзення парадку на ўсіх дарогах, якія вядуць у сённяшнюю сталіцу беларускага пісьменства, для арганізацыі тэматычных падворкаў. Тут зямля такая, тут усё дыхае гісторыяй, культурай, мовай, літаратурай, імёны Мелеш, Шамякін, Макаёнак, ды Караткевіч, дык хіба гэта не заслугоўвае, каб свята прыйшло ў такі горад. І паглядзіце, вуліцы і плошчы горада. Сабралася ўся краіна, ўся Беларусь. Па сутнасці, Дзень беларускага пісьменства – свята нацыянальнае, якое адзначаецца штогод. Пры гэтым яго канцэпцыя ніколі не змяняецца. Неабходна паказаць еднасць беларускага друкаванага слова з гісторыі беларускага народа. Нам ёсць чым ганарыцца. У чым можна было ўпэўніцца падчас наведвання друкарскага двара 16-го стагоддзя. Менавіта такім абсталяваннем карысталіся першыя кнігадрукары, і менавіта такім чынам выдавалася першая літаратура. Усе гэтыя станкі, дарэчы, з'яўляюцца дзеючымі экспанатамі першага беларускага музея пісьменства. Зараз ён ствараецца ў Вілейцы, а пакуль кожны жадаючы мог надрукаваць ліст са скарынаўскай бібліі па тагачасных тэхналогіях ці вырабіць паперу, на якой біблія ўбачыла свет амаль 5 стагоддзяў таму. Вось гэтая папера выраблена па тэхналогіі 16-го стагоддзя. Менавіта на такой паперы друкаваў свае кнігі Францыск Скарына. Яна, дарэчы, вельмі высокай якасці, хоць у яе аснове ўсяго два кампаненты – вада і лён. Адкрыццё дома кнігі – падзея, якую ў Рагачове чакалі даўно. Па сутнасці, у райцэнтры да гэтага часу нават не было спецыялізаваных кніжнай крамы, ды і бібліятэка размяшчалася адначасова ў некалькіх будынках у розных кутках горада. Цяпер гэтую сітуацыю выправілі. Дом кнігі па-рагачоўскі – гэта шматфункцыянальны комплекс, аб'яднаны культам кнігі. Асаблівую ўвагу пры гэтым надалі афармленню дзіцячай паловы бібліятэкі. Урэшце, калі не долучыць да чытання ў такім возрасте, потом будет поздно. У нас есть дерево творчества. Мы очень часто объявляем много различных конкурсов рисунков детского творчества. На этом дереве творчества мы помещаем детские рисунки. У нас есть замечательный ростомер, на котором мы измеряем не только рост ребенка, возраст, но и помечаем, в каком возрасте, до какой книги дорос ребенок. Сярод удельников сёлетняга дня беларускага пісьменства у Рагачове прадстаўнікі акрэдытаваных у краіне посольствах и упершыню амаль 20 беларускіх дыяспор з блізкага і далёкага замежжа кажуць, што свята ім вельмі падабаецца і вельмі прыемна пачуць родную мову. Хаць аб каранях на новым месцы жыхарства яны таксама не забываюцца. У Францыі, напрыклад, нават беларускае народнае свята адзначаюць і спяваюць наш гімн каля Эйфелевай вежы. Первая акция организована ассоциацией и посольством Республики Беларусь, которая называется «Заспеваем гимн разом». Вот мы пели гимн разом. Раздали белорусские флажки усім нашим артистам, гостям. Туристы на нас смотрели, нас снимали. Мы белорусский гимн пели два раза, потому что все хотели нас снять. Штогод у Беларуси выдается каля 11 тысяч наименняў книг, агульным тиражом каля 30 миллионов экземпляров. Прадстаўнікі выдавецтва кажуть, что подыход до выбору автору довольно строгий. Урэшце книга повинна окупаться, а тому быть цікавой для читача. Накольки это отрымливается, можно мерковать по выниках мониторингу, проведенного Союзом письменников Беларуси. Дарэчы, у Рагачове пісьменнікі пасадзілі сад і запэўнілі, што новыя ідэі ёсць у кожнага з іх. Мы правілі апрос всіх бібліятэк. І аказалася, што за два года кнігі беларускіх пісателей затребавалі болей 2,5 мільёнаў чытателей. Вот вам адвет, чытаюць ли нашы людзі кнігі. Алег Сінцюроў, Евген Макеенка, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Рагачова. Гомельскую область наведаў надзвычайны паўнамоцны пасол Рэспублікі Індыя ў Рэспубліцы Беларусь Панкадж Саксена. Падчас афіцыйнага візіту ён сустрэўся са старшынёй абласнога выканаўчага камітэта Уладзімірам Дворнікам. У ходзе дзелавой размовы разглядаліся перспектывы двухбаковага супрацоўніцтва паміж Гомельшчынай і Індыяй, як у эканамічным аспекце, так і ў іншых сферах дзейнасці. Адной з тэм абмеркавання стаў візіт дэлегацыі нашага рэгіёна на буйны гандлёва-прамысловы кірмаш, які пройдзе ў Індыі ў лістападзе. Таксама было адзначана, абодва бакі маюць значны патэнцыял для рэалізацыі ўзаемавыгадных праектаў.
До прикладу, зараз пропрацовывается махчимость створения у Индии сборочной вытворчести наших комбайнов. А так само разглядается пытание об уделе белорусов у проектах сейсморазведки родовищов нафты. А кроме того, есть намер установить побратимские связи помеж Гомельщиной и особными штатами Индии. Что тычется адукационной сферы, зараз у Гомельском державном медицинском университете навучается 65 студентов из Индии. Все лето плануется залечение яше каля 90. Подчас встречи прогучала подрыхтовка в нашей краине медицинских кадров для Индии перспективный напрямок совместной деятельности, а тому его треба развивать и поширать. Мы очень благодарны Гомелю за подготовку качественных медицинских кадров. Чтобы привлечь еще большее количество индийских студентов в белорусские вузы, вам нужно шире рекламировать свои услуги. К примеру, на сайтах, а еще лучше организовать делегацию, которая бы включила медуниверситеты Гомеля, Гродно, Витебска и Минска и приехала к нам в Индию, чтобы рассказать об образовательных услугах. Думаю, лучшими послами такой делегации стали бы сами студенты, которые обучаются в ваших вузах. На Гомельщине в самом разгаре сезон заготовки яблок. У насельства уже закуплено больше за 5000 тонн. У регионе действует амаль 160 приемозаготовчих пунктов, у Темлику 25 пересовных. С подробностями Дмитрий Котов. У поселку Востро у Гомельского района моцная летняя спякота оказала уплыв на урожай яблок. Однако, не глядя на это, многие жихары за один раз сдают заготовщикам облспожилсоюза до 240 килограммов. Людям заказываем, на какой день мы будем приезжать и забирать их яблоко. И потом по графику едем. Назначаем день, ездим через день мы. И люди уже знают, какое время, ну плюс-минус там полчаса, мы забираем яблоко. Прибывает машина с заготовщиками у поселок 3 раза на тыдень. У особных выпадках бывает частей. У залежности от наявности новой партии садовины. Килограмм яблоков, которые закупаются для промысловой перепроцовки, каштует от 5 до 7 копеек. Для реализации населенства про розничный гандаль от 35 до 60 копеек. После того, как яблоко заготовилось непосредственно население, часть отгружается на перерабатывающее предприятие, а часть реализуется через розничную торговую сеть. Как только яблоко появляется, скажем так, у населения, заготовители и торговые работники делают, скажем так, так называемый подворный обход. И через средства массовой информации, через торговое предприятие, приемозаготовительные пункты оповещают население о закупочных ценах, о требованиях, предъявляемых к качеству. Контроль за якостью завсёды на первом месте. Для этого действуют специальные лаборатории, где проводится доследование продукции. На сегодня населению намного проще сдать нам продукцию и то же самое яблоко, потому что не нужны им где-то проходить и платить за проведение анализов. Мы производим это все бесплатно. На территории в области зараз действуют амаль 160 приемозаготовчих пунктов, у тым лику 25 пересовных. Реализуются продукции и про сельские магазины, яких наличивается каля 1600. До речи, там можно отримать подробязную информацию об ценах. А кроме этого, можно звернуться по телефону у райспожилсоюзы по месту жихарства. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Присягу на верность родиме приняли першакурсники, которые поступили на военно-транспортный факультет Белорусского державного университета транспорту. Слово урочистой клятвы молодые люди промовили у присутности своих родных, близких и старейших товарищей. Затем, как проходил традиционный урочистый ритуал, назирала наша здымочная бригада. Военно-транспортный факультет у Белорусском державном университете транспорту был створен в 2003 году. До этого на протягу 50 годов тут действовала военная кафедра. На ней были закладены традиции подрыхтовки высококвалифицированных специалистов, запотребованных как в вооруженных силах, так и у господарчо-промысловом комплексе. Основная цель – это, конечно же, быть полезным Республике Беларусь, делать все для того, чтобы исключить войны и военные конфликты. Для того, чтобы был мир, необходимо уже сегодня в мирное время выполнять комплекс мероприятий по стратегическому сдерживанию. Самым урочистым моментом мероприемства стало принятие присяги на верность родиме курсантами военно-транспортного факультета Белорусского державного университета транспорту. Урочистую клятву молодые люди промовили у присутности своих родных, близких и старейших товарищей. Яе текст новобранцы ведают на память. Лист в руках на выпадок, коли хвалявание все же возьме верх. До речи, не глядячи на хвалявание, гэты отказный традиционный ритуал першокурсники переодолели выдатно. Чувствую волнение, потому что мне была удостоена честь сказать пару слов за весь мой
коллектив, весь мой взвод. А защищать свою родину, своих родных и близких – это почетно и важно. Страевы крок і послядовність діянняў. Курсанты военно-транспортнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту урачыста ўступілі ў ганаровыя шэрагі абаронцаў радзімы. Цяпер іх чакае сур'ёзны курс падрыхтоўкі ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай, каб штодня валодаваць новымі ведамі і уменнямі, якія абавязкова спатрэбяцца ў жыцці. Александр Лупіненка, Вероніка Варашыліна, Максім Славін, тэлерадыёкампанія Гомель. Цікавий познавальний культурний відпочинок вирішили пропонувати гомельській молоді супрацовники дискоклуба «Глянець». Сумісно з відомим співаком Віталієм Сичовим вони будуть ладити тематичні вечеринки, які пройдуть у кінотеатрі «Кастришник». Подробязностями запланованих музичних проєктів організатори поділилися з нашим кореспондентом Веронікою Ворошиліною. Дискоклуб «Глянець» у Гомелі з'явився без малого півгода тому. Його головна мета – об'єднувати молодих людей, які люблять музику, танці і жадають відпочивати культурно, без шкодних звичок. Для самих маленьких – прогляд мультика, гульні і конкурси. Для підлітків – молодіжні дискотеки. Під час обміркування нових музичних проєктів організатори сходяться у міркуванні. Вони повинні дарити виключно становчі ураження і добрий настрой юним гомельчанам. Ближайші заплановані мероприятия – це 11 сентября, мультиденс пати, так называемая, для любителей 80-х, 90-х, 2000-х музыки тех времен. Будет много розыгрышей призов от наших партнеров. Очень много сюрпризов для женской половины. 18 сентября женская вечеринка, в «Глянце только девушки». Ну и также 25 сентября у нас пройдет так называемый танцевальный баттл. Каждый, кто выстоял нон-стоп вечеринку, получит призы от наших партнеров. Тематичные безалкогольные вечеринки – совместный проект дискоклуба «Глянец» и гомельского співака Виталия Сычева. Они будут проходить по неделях у кинотеатре «Кастришник» с 18:00 до 21:30. Набыть квитки можно уже зараз у кассе кинотеатра. До речи для членов БРСМ предугледжена скидка 10%. Наведвальников этих мероприемств ожидают конкурсы, призы, так само выступления Виталия Сычева. Меж тем на осеньских каникулах у дискоклубе «Глянец» пройдет фестиваль творчества, где юнаки и девчата смогут продемонстрировать уже свои таленты. Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». До початку навучального года Гомельский палацово-парковый ансамбль представил интерактивную выставу «Зоотера». Это навод не столько экспозиция, сколько познавальный проект для детей и дорослых, который позволяет исследовать экзотичную фауну. На открытии выставы побывали наши корреспонденты. Порадовать детей подарунком до початку навучального года запрошает выстава «Зоотера». Она познакомит с экзотичными рептилиями, рыбами и птушками из разных кутков планеты. А для Сау-Бразилии до пустыня у Африки и Австралии. На экспозиции маленькие чамучки могут доведаться, кольки вачей у игуаны, поглядеть, как купаются шиншилы, как изменяется оттенье хамелеона однострою и раскрыть иншие загадки новокольного света. Дети различных возрастов являются нашими частыми гостями музея. И среди них, конечно же, очень много маленьких ребят, которым музей открывают для себя зачастую впервые. Поэтому мы подумали и решили, что неплохо бы организовать экспозицию, которая как раз соответствовала бы вкусам ребят младшего возраста. На выставе «Зоотера» можно не только познакомиться с представниками живельного света, але и отчуть себе его доследчиком. Специально для школьников подрихтована яркая интерактивная зона, где можно выбрать заняток на любой густ. Например, шукать живел в джунглях, намалевать і покинуть у зоотери свого придуманого звіра, поглядіть мультиплікаційні і познавальні фільми про живел і зробіть фотографії на пам'ять. Мені подобалось більше всього змії, да теж шиншили, ящериці, да, і хамелеон. Я люблю животних, вони, ну, милі бувають, бувають хороші. Ну, бувають, звісно, і злі, які кусаються. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель». Сьогодні на телеканалі «Беларусь-3» протягнеться трансляція передвиборних дебатів кандидата у депутати Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь 6-го скликання. У 19:00 стартують дебати поміж претендентами на місце у парламенті Пахойніцької виборчої окрузі номер 47. З 19:20 до 19:40 дискусію будуть вести кандидати Парагачовської виборчої окрузі номер 45. Гэта інші новини ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым випуск завершений. У студії працював Євген Паблавець. Усяго доброго і до зустрічі у ефірі.